А в этом году наша команда съездит на международный фестиваль КВН в Сочи. Мишка пришел. Муха. А, за что? Зовут меня так. Ой, у меня реакция на муху. Мухаммед. Ну, я такси не вызывала. Вас там ожидали. Девчонки, вы че? Это же лучший КВНщик. Он может сыграть абсолютно любую роль. Смотрите. Например, китайца. Якута. Японца. Казака. Тайца. А какого тайца? Обычного или необычного? А какая тут разница? Тут разница большая. Ладно, тогда калмыка. А это кто? Ну, это народ рядом с Казахстаном. А, понял. Ну, а теперь перед вами слегка сексуальный. Почему слегка? Да потому что ты знаешь. Ну а нам уже пора начинать. Ну чё, погнали! Дорогие друзья, представьте, если бы клуб «Империя» открыли рядом с Мавзолеем. Вагонка выходит вчерашний. Скоро лето, а это значит, начинается сезон воздушных шаров. И многие хотят сделать предложение на высоте. Итак, представьте, ситуация в небе. Нет. Желаешь прораться? Да. Ну ты, мать, бесстрашная. Сказать нет, на высоте 300 метров. Ты чё, кошка рожала? И чё там шумом? Не поверите, на высоте теперь да. А, понял. Многие были на тусовках на квартире. Итак, представьте, что же происходит этажом ниже. Девочки, держим, держим, держим. Ой, я в туалет. Ой, держи. Ой, девочки, мне парень звонит. Галя, ты сама справишься. Девочки, вы чего творите? Квартиры так по подземку. Совещание на телеканале СТС на тему, сколько еще нужно вставить рекламы, чтобы вообще все вывесить. А давайте вместо вот этих слов... Всего один рекламный ролик, не переключайся. Сделаем, ну потерпи, потерпи, дружок, фильм-то реально интересный. Отличная идея, но нам нужно что-то еще, чтобы вообще трэш был. Так, можно еще в каждом кадре, где есть женщина, ставить рекламу духов. Вот это хорошая идея, мне уже нравится. Надо уточнить у нашего главного специалиста. Мы просто запустим рекламу Sunlight. Екатерина Михайловна, даже для нас это перебор. Я
начале нашего выступления, в этом году мы съездили на международный фестиваль КВН в Сочи. И мы бы хотели поделиться с вами нашими впечатлениями. Внимание на экран! Yeah.
на старте. Все, Алексей, извиняюсь, да, что... спасибо. Получается, благодарности тоже не полные, да, значит, автомойка тоже благодарность получается, да? Аплодисменты! Поехали дальше. Вот и общага. Замечательная команда. Ваши оценки? 4-4-4-4-4! Следующее приветствие команды мне только спросить. 4-4-4-4-4. Команда КВН Винт. Оценки жюри. 5-4-5-5-4. Команда КВН 20 с чем-то. 5. И завершали приветствие команда КВН «Космос Старс». 5, 5, 5, 5, 5.